Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Митра Епископа. 1739 год, серебро. Полудрагоценные камни, высота 25, диаметров 20. Эта работа находится в музее Бинаки в Афинах. Этот головной убор епископа называется Митра, с греческого «повязка». Он является частью облачения епископа во время богослужения и, как правило, очень богато и искусно оформляется драгоценными и полудрагоценными камнями, а также изображениями сцены из Библии. Эта митра была создана в дар епископу Амиды, древнего города на территории Турции, который исторически относился к царству Великой Армении. В 504-м город завоевали византийцы. Убор декорирован по образу архитектурного сооружения. Внутри арок с тонкими колоннами расположены святые и библейские сюжеты, важные для богослужения, а также Деисус. По Википедии Деисус – прощение, моление, иконы или группа икон, имеющие в центре изображение Христа, чаще всего иконографии Пантократора. Ну вот такое описание я нашел в интернете к работе Митра Епископа. 1739 год, серебро, полудрагоценные камни, высота 25, диаметр 20. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.